Всем привет, это гороскопы, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. День будет ознаменован большим стремлением к углублению знаний. Телец. Наконец-то пришла пора наслаждаться перерывом во всем этом однообразии. Близнецы. Земля точно продолжится в вашей жизни какой-то любовный сериал. Рак. Максимум, на что вы будете способны в этот день, это несколько деловых звонков. Лев. Может начаться период какого-то романтического увлечения. Дева. Некоторые шероховатости могут возникнуть в отношениях с некоторыми членами семьи. Весы. Про развлечения, свидания и флирт в этот день вы точно не забудете. Скорпион. В этот день вы захотите провести весь вечер в четырех стенах. Стрелец. Если есть возможность, то отправляйтесь в какое-то путешествие с экскурсионной программой. Козерог. Займитесь мелким ремонтом и перестановкой мебели. Это полезно. Водолей. День принесет начало новых романтических отношений. Рыбы. Возможно, в этот день вы буквально родитесь заново. Вам нипочем никакие преграды. Это были гороскопы. Я Главицкая. До встречи.